Это место преступления шокировало даже опытных оперативников. Ритуальный костер, пентаграмма, лампадки и черная курица, задушенная петлей с колышком в сердце. В центре пепелища, судя по всему, находилось тело жертвы. По подозрению в убийстве по горячим следам задержали троих соотечественников убитого, еще одного во время судебного заседания. По словам правоохранителей, сам факт убийства на допросах задержаны не отрицали, хотя на вопросы о ритуале отвечать отказывались. Однако уже в зале суда один из подозреваемых все обвинения опроверг. Насыл инсандр вельмёрим. Бурдан айлесине, Аллахтан рахмет тилёрим. Я отсюда говорю через средства массовой информации, соболезнования, высказывая своим их родным и близким. Пускай они знают, что я не совершал данные просто. Сам джинаят яптым, япмадым. Бен ничпи шекилде бу инсану гёрмедим биле. Гёрмедим биле. Шубхе де кабул этмиёрсунуз. Этмиёрум. Я подозрение не признаю. Не верит в причастность парня к преступлению его отец, который специально прилетел, чтобы встать на защиту сына. Та İzmir'den kalkıp geldim ben buraya. Herhangi bir suçu günahı olmayan insanı içeride tutuyorlar şu anda. Hiçbir suçu falan yok. O olay yerinde bile bulunmamış yani. Сам Ингин настаивает, что друзья, которых задержали одновременно с ним, также не имеют отношения к убийству. Benim hiçbir şey, hiçbir şey. Что они совершили или причастны, я не. Ben inanmıyorum onların böyle bir şey yapacağını. Я не знаю. Я не верю, что они тоже могли совершить данное преступление. Çünkü benim arkadaşlarım. Что они это мои друзья были. Полиция установила, что 25-летнего гражданина Турции убили в квартире, которую он снимал, а потом вывезли за город. Есть информация, что ритуал готовился заранее. Все необходимое для его проведения покупалось отдельно в разных магазинах. Кроме того, это убийство может быть не единственным преступлением, совершенным группой, в том числе и за пределами Украины. По сведениям следствия, задержанные якобы занимались вывозом украинских девушек для работы проститутками в Турцию. Дмитрий Богомолов, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер».